Добрый вечер. Закончилось у нас противостояние между командой «Запрещенные игроки» и «Атом». «Запрещенные игроки» оставили в неприкосновенности свои ворота, также дважды отличились. С нами игрок команды «Запрещенных игроков» Василий Орлов. Василий, ну за счет чего вам удалось сегодня переиграть лидера чемпионата? Сегодня играли очень по своим позициям, сдержанно, уверенно. Никто не забегал, никто не набрал на себя игру. В целом показали командную игру, и я думаю, что результат это отразил. 2-0 заслуженно и абсолютно оправданно. А разбирали перед игрой именно конкретно по датам, подстраивались или уже по ситуации действовали? Действовали по ситуации. Предыдущие игры оказались для нас не совсем удачными, поэтому мы исходили скорее из них, чем разбирали соперника. Ну и, видимо, сделали правильные выводы, поэтому сегодня показали хороший футбол. А с чем связано, что так очень много разговоров сегодня на поле было конкретно с вашей стороны, вашей команды? Ну, многие были эмоционально заряжены на эту игру, хотелось победы, но хотелось до той степени, что чересчур даже. Поэтому, ну, не все игроки, но, к сожалению, не все сдержались. Как бы не совсем рады, что так получилось, но главное, что не было никаких конфликтов, и в целом все мирно, хорошо урегулировалось. После игр уже конфликтов не бывает или все-таки пихают друг друга? Нет, после игр обычно нет. Все эмоции всегда остаются на поле. Ну все, спасибо. С победой. Спасибо.